Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли! Ну, жми! Я жму! Сильнее! Так лучше? Пошли. А, черт. Сюда, прыгнись. Значит так, я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Но это же тупо! У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Вскидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Угу. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так, чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. И знаешь, насчет того раза. Спасибо, что спасла мне жизнь. На здоровье. Ну не засранец, а. Если уж ты тыришь, то прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Какие трупы? Всех перебили нахрен! Чего вопишь-то? Отдышись! Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Какой-то гребаный турист. Всех до единого. Черт. Боссу доложил? Да. Он сказал оставаться на местах, следить за воротами. Все слышали приказ. Прочешите район, никого не пропускать. Что-то он напутал. Про убитых? У нас потери! Цепью! Гореть тебе, гнида!
Где этот хрен? Тут. Ребят, идите на руку. Поищу здесь, снаружи. Ну и что? Ничего. А у тебя? У меня тут. Будем искать. Поищу тут. Нет.
сюда! Что у тебя? Ничего. Видишь что-нибудь? Тоже. Ищем дальше. Я тут поищу. Глянь снаружи. Прикури! Получи! Я иду туда. Эй, парни, гляньте снаружи. Есть там что-нибудь? Эй, ты живой? А, черт, черт! Цепью! Где же ты?
Все, спускайтесь. Ну, как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Он на предохранителе. Умеешь снимать с предохранителя? Умею. Ладно, только помни, это не игрушка. Ты должна... Джоэл, я понимаю. Ладно. Thank you.
посмотрю. Давай, действуй, Элли. Ага. Боже. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Ой. Хорошо придумано. Помоги открыть. Держу. Готово. Посмотрим, что тут. Сойдет. Старье. Ничего прилично. На. Пошли. Хорош. Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто... Боже. Надо идти к мосту. Ладно. По крайней мере, ту парочку наконец пришили. Я был уверен, что они спленяют. Осталось найти двух поганцев из пикапа. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Так они умудрились перебить целый отряд. Я хочу покончить с этим делом до заката. Ох, она тебе! Спокойно, мужик, спокойно!
Восточный отряд вышел на связь. Ни черта нет. А Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выкурят этих подонков. Только бы эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь не уйдут. Кто-то радость будет. Джоэл, на втором этаже еще один, смотри. Да, я вижу. Пригнись. Парня и девчонку. Кто же тогда остался? Парень и ребенок, так? Ну да. И кто там еще был в этом пикапе? Такая хрень вышла. Эй, долго мы тут будем стоять и дрочить? А я знаю. Пошли посмотрим, что там у парней на улице. Thank you.
Давай, Джоэл. Должен быть где-то здесь. Что там? Ничего. А у тебя? Вагоны! Спасибо. Выживем на зло. Нас не сломить. Не понял? Дик Звездный Свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? А да? Ладно.
Да. Теперь понятно, как этой зоны не стало. В каждой битве свои проигравшие. А как же их семьи? У всех есть семьи. Об этом лучше не думать. Подсадишь? Да. Давай! Вот так. Скоро придем. Давай свернем в переулок. Опять это... Главное, не высовывайся. Семь. Холодно. Десять. Теплее. Ну, не знаю, 20. А 25 не хочешь? Фига себе. Мама, клянусь. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. А откуда у тебя 24 тушенки? Из старого военного холодильника. Мы на него с Рейбаном наткнулись в отель. Добычу пополам. А не браток вас? Когда откроешь? Так, я тоже хочу. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от сумку на. Я подумал. Надо было оставить тебя подыхать. Да ладно, будет тебя тушить. Только ты каких фигней сказать. Надеюсь, она не пухлая. Это консервы. Чего им сухнут? Это там! Я слышал! Обходи! О, черт! Yeah.
Тихо, братан. Черт. Башня, беги!
все нормально, расслабься. Блин. Вижу!
Кажется, оторвались. Черт. Спокойно. Нас не видят. Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Извини, что так вышло. С пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартона. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними и мы. Сейчас там, наверное, то же, что и здесь. Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. Стоп, стоп. Не шумите. Не подходите к окнам. Их нет. Долбанный грузовик. Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Элли, прикрывай. Ладно. Сэм,
А где остальные? Останься с ней. Ладно. Еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно. Подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Я пойду сюда. Иди туда. Получилось. Неплохо, старик. Так, лезь на этот грузовик. Это что? Тревога, ясно? Это крыса. Взять! О, долго путь тебе! Нам сюда. Это не опасно? Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Все прошли. Это здесь. А сколько тебе лет? Мне 14. А тебе сколько? А, мне тоже. Тебе 14? А, почти. Ладно. Да.
Мы пришли. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу, сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одну. Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто... ...тут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Сюда.
Так, давайте разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Эй, ладно. Ты как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Есть. Все, пошли. Он как ниндзя. Вижу. Платье! Прячься где-нибудь! Черт возьми, где ты? Проверим улицу. Ты, снизу. Заплатишь!
Генри, помоги-ка мне. Ладно. Готов? О, нет. Скорее! Стой, стой, стой! Эй, они здесь! Твою мать! Ну вот. Есть. Ну, пошли. Не расслабляйтесь, мы еще не выбрались. Так, ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт. Быстро, быстро. Держи. Теперь тащим его. Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Так, сейчас. Я с тобой. Из этой жопы. Обходи этого козла! Что у тебя там? Знакомый звук, тебе хана теперь, урод! Посмотри, может, что найдешь. Ого, Джоэл, ты видел? Неплохо.
Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Артура! Генри, он очнулся. Привет. Мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил? Он жив. Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри, слушай! Эй! Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделал. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас! Нас обоих. Мы бы утонули. Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть. Вот это мощно. Ты как? Нормально. Пошли искать радиовышку. Ты ему веришь? Ну да. Вон там корабль. Может, заглянем? Осторожней там! Да, я его вижу. Наверняка сквозной туннель. Да, вместе. Давай! Лезьте, пока держим. Так, держу. Теперь ты. Ага. Вырубаем фонари. Сэм, не отходи.
Джоэл, давай глянем, что там. А мы тогда в ту сторону. Мне тут не нравится. Ребят, похоже, здесь можно пройти. Глядите. Можно тут вылезти? Не, туда не доберешься. Я не умею плавать. О, нас уже двое. Ну, Джоэл, как будем переправляться? Сейчас придумаем. Эй, тут какой-то механизм. Вдруг он еще работает? Заело. Ждите здесь. Не доберусь. Генри, попробуй. Ага.
Лур. Давай, Элли. Ух ты, неплохо придумано. Скорей бы отсюда выбраться. Посмотри, жив ли еще генератор. Понятно. Что получилось? Идем. Идем. А вы крутые, ребят. Мы с Джоэлом профи. Люди? Возможно. Что-что? Сигнализация такая. Я ничего не слышу. Раньше здесь кто-то жил. Но, похоже, уже не живет. А как тут можно жить? Нормально. Если считать, что здесь безопасно. Круто. Элли, не... Эй, успокойтесь. Эй, Сэм, встань как на воротах. Лады. Генри, ты видел? Давай-ка потише, ладно? Да, извини. Слышишь? Зараженные. Шш, тихо. Что с ними произошло? Растут щелкун, они давно отскрушли. Надо идти вперед.
и надеяться, что этих тварей не осталось. Хотя надежды мало. Смотри, может, это выход? Может быть. Высоко. Не подсадишь. Поищем другой способ залезть. Назад! Сэм! Ага, я в порядке. Это я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Генри, помоги поднять. Да, жутковато. Да, знаю, как щелкуны! Всегда... Что? Она не поддается! Скорее, уходите отсюда! Сэм, будь рядом! Генри, сваливаем к чертям! Береги его! Ну! Все будет хорошо. Да, да, я знаю. Малыш, давай попробуем поискать выход, хорошо? Зараженные!
Страшно! Ah!